Сейчас мы находимся у дяди Сини на Зайцево, улица Брусилова. Самое последнее, тут 300 метров украинские войска стоят. И зная о судьбе тяжелой жителей поселка, замечательная женщина Илона Борзер из Германии, она уже передавала, а также она хочет еще раз передать 3000 рублей для дяди Сини, чтобы он мог хотя бы как-то здесь существовать. Огромное спасибо, Илон. Спасибо и низкий поклон вам. Да, спасибо большое, что помогаете. Ну, мы... Мы живем, мы отработаем.